Вы на канале Девочки и куколки, с вами Марина. Сегодня будем шить прихватки яблочко. Я думаю, что у вас все получится, потому что мастер-класс несложный. Кому интересно, оставайтесь со мной. У меня есть выкройка, очень хорошие, удачные размеры. 16 сантиметров, вот так она будет складываться, ей будет удобно пользоваться. Это будет листик, здесь будет еще такая петелька, за которую повесить. Яблочко я буду шить из двух видов ткани, по половиночкам. Сделала шовчик и посадила на флизелин, потому что у меня ткань очень тонкая. Это у меня будут листики. И синтепон, смотрите, синтепон должен быть меньше, чем сама выкройка. Синтепон я немножко утюгом приутюжила, он стал такой вот плотненький. Поэтому что мы сейчас сделаем? Я беру ткань, прикладываю сюда синтепон и прострочу. Также я возьму вот эту ткань. Здесь вот такая вот у меня прокладочка, кухонная салфеточка. Она у меня уже маленькая. Я вот так соединю и тоже прострочу. И вам буду показывать. Я сделала всего один шов посередине, чтобы прихваточка у нас удобно складывалась. И пришила вот здесь вот салфеточку тоже. Теперь надо соединить два вида. Ровно найти, где половиночка яблочка. Обвести выкройку, прошить шов, и вот здесь вот сбоку, где мы будем пришивать листочек, оставим непрошитые. Так как у нас здесь петелька будет, поэтому петельку мы сейчас вставим заранее внутрь. Листочек я вот так присборю и сюда вошью. И здесь делаю шов. Вывернула. Посмотрим, какие у нас листики получились из фетра. Теперь пришить петельку, и по желанию можно прострочить прихватку, можно цветными нитками прострочить, но не знаю, иногда это может испортить изделие даже. Вот такое красное яблоко получилось. Петелька у нас большая, ей будет удобно пользоваться. Листочки с двух сторон одинаковые из фетра. Листочки пришила на руках. Здесь на пуговичке один листочек, а здесь два листочка. У меня получилось несколько прихваточек. Вот эта четвертая, она получилась аккуратнее. Уже появился какой-то опыт. Всем советую сшить такие прихваточки и подарить на 8 марта своим близким. С вами была Марина. Всем пока, до новых видео. Всем удачного творчества!